Министерство спорта получило новую прописку. На стадионе «Труд» открыт последний объект комплекса, совместивший административное здание и гостиницу. На открытии побывал председатель правительства Дагестана Абдусамат Гамидов. Подробности у Хадижат Мазгаровой. Последний этап реконструкции комплекса «Труд» завершен. Над стадионом возвысилось здание общей площадью 5000 квадратных метров. Скоро сюда. Из арендуемого помещения на окраине переедет Министерство спорта. Здесь появится первый зал спортивной славы республики. А еще будет гостиница, около 50 номеров, куда можно расселять приезжих спортсменов. У нас республика спортивная, постоянные соревнования, и приходилось спортсмену размещать по различным там коммерческим гостиницам и так далее, что, естественно, влияло и на бюджет, как Министерство спорта. А вот в данный момент сейчас с введением вот этого объекта в эксплуатацию, и эта проблема снята, созданы все условия. Спорткомплекс «Труд» на сегодняшний день самый крупный в республике. Его строительство на средства из федерального бюджета началось в 2014 году. С первых дней работы «Труд» стал излюбленным местом спортивных горожан. Ежедневно сюда приходит около 1000 человек. Горожанин должен иметь такую возможность заниматься массовыми видами спорта. Да? И дети, и взрослые. Должно быть место, где человек может одеть просто спортивную форму, сделать пробежку. Поэтому сегодня здесь 1000 людей почти круглые сутки занимаются на этом стадионе. Это и созданы прекрасные условия. А это уже обновленный зал для бокса детской юношеской спортивной школы на Батырая. Здание ремонтировали 2 года. Теперь вместо обшарпанных помещений и старого спортоборудования 8 новых залов с полностью обновленным инвентарем. Ну, сейчас наполняемость, мне кажется, будет очень большая. Школа в таком состоянии. Любо смотреть. Теперь это будет школа Олимпийского резерва имени олимпийского чемпиона Абдулрашида Садулаева. После Олимпийских игр моментально увеличилось число желающих заняться спортом. И практически в городе все залы были переполнены. И я подошел с этой проблемой к Рамазану Гаджимурадовичу. Сказал, что такая проблема нашей молодежи. И он сразу дал нам такую возможность и доверил нам вот этот зал. За последние 3 года в республике появилось около 100 новых спортивных объектов. Это не только залы единоборств, но и бассейны, корты, волейбольные залы и футбольные поля. Особое внимание уделяется массовому спорту, который с каждым годом набирает обороты в регионе. Хадижат Мазгарова, Саид Кутиев. Время новостей.